Здравствуйте! Сегодня расскажу вам о препарате офлоксацин. Офлоксацин выпускается в виде таблеток. Действующее вещество – офлоксацин. Относится к синтетическим фторхинолоновым противомикробным средствам широкого спектра действия. Применяется при инфекционно-воспалительных заболеваниях, вызванных чувствительными к офлоксацину возбудителями. Это острые хронические инфекции дыхательных путей, острые хронические инфекции верхних и нижних отделов мочевыводящих путей, острые хронические инфекции кожи и мягких тканей, неосложненная уретральная или цервикальная гонорея, уретрит и цервицит негонококковой этиологии. Таблетки следует глотать, запивая жидкостью. Доза препарата зависит от типа и степени тяжести инфекционного заболевания. Диапазон доз для взрослых от 200 до 800 мг в сутки. Дозы до 400 мг можно принимать за один раз, желательно утром, а высокие дозы следует принимать в двух равномерно распределенных дозах через равные промежутки времени. Продолжительность лечения зависит от тяжести инфекции и ответа больного на терапию. Обычно курс лечения длится 5-10 дней. Продолжительность курса лечения не должна превышать 2 месяца. Противопоказанием является повышенная чувствительность к компонентам препарата или другим фторхинолонам, эпилепсия, поражение центральной нервной системы. Препарат противопоказан детям, также в период беременности и кормления грудью. При приеме препарата следует воздержаться от управления транспортными средствами. Спасибо за просмотр, будьте здоровы! Если понравилось видео, ставьте лайк. Подпишись на канал, и твоя аптека всегда будет под рукой.